Друзья, всем привет! Продолжаем листать ленту группы и находить новых ботов, которые предложили наши подписчики, и даже разработчики уже присоединились. В общем-то, такая цель и была, чтобы разработчики писали о своих продуктах, причем они за это еще могут получить там 100-150 коинов за размещение новости, ну, за пиар своего бота. Вот такая вот тема. Ну, конечно, мы смотрим, да, то есть, чтобы... Ну, неинтересные новости мы не публикуем здесь. Ну, так админ решил, что будет. Вот. А, значит, вот такой вот бот. Сегодня, во сколько, в 19.02 пришел. Называется VKCoins GameBot. Сейчас будем его смотреть. Значит, зачитаем, что он вообще может. Наш бот служит, чтобы развлечь вас, добавить новые эмоции и игры с использованием VKCoins. На них вы сможете сыграть в кости с другими игроками и получить еще больше коинов. Играть в казино с нашим ботом или же посоревноваться с рейтингом с другими игроками, прокачивая своего персонажа и побеждать других игроков. Ну, посмотрим, здесь есть и беседы, тут все. Ну, мы зайдем в группу. Ну, если бот, значит сообщение, то есть это не приложение. Так. Здесь, кстати, сразу такое идет предупреждение. Я первый раз, кстати, вижу, и это очень правильно, что данный бот находится на стадии разработки. Будьте аккуратнее, не кидайте крупные суммы. Баланс команды это пошли. Баланс покажет ваш текущий баланс, казино, сумма игры в казино. Ввести сумму переводит вам обратно коины. Кости начать. Д сумма предлагает сыграть в кости другому игроку. Кости принять, принимает приглашение на игру. Кости бросить, игра кидает кости. Персонаж покажет вашу статистику персонажа. Рандом дуэль кидает рандомную дуэль. Улучшить, улучшает вашего персонажа. То есть тут такая, ну, замороченная тема. Я как бы, конечно, привык попроще, тут надо разбираться. Ну, начнем с баланса по классике. Уж баланс мне интересно, здесь есть баланс, потому что в некоторых игры делают баланс, здесь, кстати, баланса нету. И да, и ID у меня 66, красиво очень. Так, ну что, ввести, да, тут как, блин, я вывести вижу. Давайте просто напишем ввести. Я просто эту команду что-то не увидел. Видать, нету. Но я не понимаю. Команда баланс, казино, сумма, вывести, кости начать. Ну а как деньги-то ввести? Давайте вывести напишем. А попробуем так. Быстро реагирует, кстати. Обращается по имени. Ну, это, кстати, может быть и ни к чему. Вот мне непонятно сразу, как ввести баланс. Давайте казино. Может, пропустит? Казино 0. У меня 0 баланс. Целым числом. Да. Все проработано. Ну вот как деньги ввести, непонятно. Давайте здесь посмотрим. Сделали беседу от и до. Играть в казино. Не, ну. Ну, в общем, я что-то потыркал, полазил, я не стал это снимать, потому что, ну, это что-то какой-то гимн. Я вот нашел, в общем, должны быть кнопки, по идее. Вот, но у меня почему-то их нет. Вот такие вот кнопки должны быть. Пополнить баланс,
начать. Но у меня они почему-то не высвечиваются. Может, сейчас будет что-то дорабатываться. Вот. Но я не знаю. Почему-то они у меня не появились. Еще раз посмотрим, что здесь есть. Ну вот, информация о персонаже и сила у меня хорошая. О, появилась. Кнопки появились, кстати, после нажать персонажа. Что-то разработчику надо тут проверить, что-то у него с кнопками не появляются не сразу. Ну причем и все, они пропали. Еще раз баланс попробуем, может появится. Нет, вот не появляются. Логично, появляется баланс. Пополнить, вывести, снять. То есть, ну, надо как-то вот это проработать. Потому что я банально, я хотел бы, я ввел бы сюда деньги какие-то, но я не могу это сделать. Я надеюсь, завтра разработчик поправит это. Вот, и уже будет с изменениями. Так что заходите, попробуйте. Ссылка будет в описании к ролику. Вот, я думаю, приложение хорошее тут. Много как бы разных тем. Опять телефон подвис. Ну тут все, видите, и с ботом тоже какой-то прикол, и с телефоном. Здесь, значит, казино, есть кости, вот, и дуэль. То есть это такой комбайн. Вот, но есть некоторые нюансы, да, вот, ну, кнопок нету, и перевести деньги я не могу. Ну и, соответственно, начать играть. И вообще, общая просьба ко всем разработчикам. Давайте хотя бы 50 коинов, но они ничего не стоят, ребята. Ну, я не знаю, просто чтобы людей заинтересовать, чтобы они в азарт вошли. Не у всех есть эти коины, кто-то начинает позже играть. Вот. Можете просто банально даже спрашивать, у вас есть коины? Если нет, мы вам подарим. Ну, нужно как-то изобретать. Ребят, не нужно копировать одинаковые друг у друга, потому что казино, я знаю, уже есть. Кто первый, кто там... следующий это делает. Вот там дуэль тоже уже есть. Вот я ничего не говорю, у всех разные дуэли, у каждого может быть там подход к реализации разный, но дело в том, что нужно как-то пользователя заинтересовать. Дайте ему коинов в начале игры, и он будет рад и начнет играть, а потом, ну, он же их и проиграет в эту игру, вряд ли кто-нибудь будет вводить. Или, допустим, сделать, что эти коины нельзя выводить. То есть, если вы дали эти 50 коинов, он должен будет их обязательно проиграть в игре. Сделайте так. Тогда же можно и 100 дать. Подумайте над этим серьезно, потому что, ну, реально это останавливает, да. То есть, я должен перевести, особенно вот сейчас вот нет возможности перевести. Я вот сел снимать видео, я же не буду перезаписывать это видео. Ну, может быть, потом когда-нибудь, когда уже все будет пофикшено. Вот. Так что вот так. Все, всем спасибо за просмотр. Я думаю, бот неплохой, но завтра, я думаю, доработают его. Ссылка будет в описании, можете попробовать. Может, у меня с телефоном что-то и кнопки от него. Хотя в других было, в приложениях у меня эти кнопки появляются. Вот, в кликерах они все всегда тут болтаются. Все, всем пока, спасибо за просмотр.